Но к чему слова? Листай Инстаграм. Я полистал. А там твоя красивая голова, побывавшая во множестве стран. То над правым плечом Мадрид, то Париж над левым плечом. Вот самолет, голова летит в первом классе. Где же еще? И я опустился ниже чуть-чуть, и взору предстало не что-нибудь, а твоя спортивная грудь под уже знакомым плечом. И я листал и листал, оторваться не мог от нарядной плоти твоей, и дошел до того, что увидел песок у твоих загорелых ступней. 200 общих у нас друзей, любителей поглазеть. Все причитают, как с тобой быть, как в хозяйстве тебя применить. Красоту такую нужно сдавать в музей, чтоб нечаянно не повредить. А слова твоя голова и не должна говорить.